Приветствую всех на своем канале, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такую вот маску. Маска очень хорошо сидит и нигде ничего не мешает. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим. У меня два отрезка ткани, сложены лицевой стороной внутрь, 25 на 17. Теперь я беру линеечку и карандашик или мелок и с каждого края откладываю по 1 сантиметру и соединяю. Снова 1 сантиметр и соединяю. И так делаю со всех 4 сторон. Затем от каждого угла отмеряю 4 сантиметра и соединяю 4, 4 и соединяю. И так делаю по всем 4 углам. Затем беру иголочки, скалываю. И прошиваю. Вот по этим линиям прошиваю полностью вот так вот, кроме верхнего среза. Я проложила строчку, кроме верхнего края. И теперь обрежу лишнее. Примерно оставляю 3-4 миллиметра. И подрежу немного в уголках. И теперь разверну. Выправлю все уголки и разутюжу. И заутюжу верхний шов на 1 сантиметр вовнутрь. Я заутюжила верхние края внутрь и расправила все уголки. Теперь загибаю до угла. С одной стороны, с другой стороны и каждый край еще подогну примерно на 1,5 сантиметра, 1,2, 1,5. С одной стороны и со второй. И все это отутюжу, зафиксирую. Вот я отутюжила один край утюгом, второй край и вот эти краешки тоже утюгом. И со второй стороны. У меня все заутюжено и теперь примерно 1,5 миллиметра от края по всему периметру я проложу строчку и тем самым зашью верхний край. Я проложила по краю строчку и зашила все края. И теперь по сгибам, по одному и по второму, также на расстоянии 1,5 миллиметра, проложу строчки. Вот я прошила 2 строчки.
И теперь вот где мы чуть больше сантиметра заворачивали, беру резиночку, она у меня 24 сантиметра. Прикладываю, заворачиваю и прокладываю строчку вот здесь. Сделаю с одной стороны и со второй. Я подшила резиночку и одну резиночку уже заправила. Строчка. И теперь соединю резиночку на машинке и затяну вовнутрь шов. Резиночку я прошила и затяну ее вовнутрь. Теперь вот эти края таким образом отогну. И здесь по краю проложу еще одну строчку с одной стороны и со второй стороны. Ну вот я проложила вторую строчку, и моя масочка готова. Надеюсь, вам мое видео понравилось и вы узнали что-то новое. Маски – это сейчас актуальная тема. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. И до новых встреч! Пока-пока!